Не хочет падать. Прям хорошо карту знает, представляете? Ай-яй-яй-яй-яй, все-таки схватило мне, ребята, схватило. Димас в бой тоже прыгает. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби Скромник, Ред Фуга, Крошка-Крошка, Куёка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и вышел новый пак на NPC в FNAF Security Breach. Он весит больше 2 гигабайт, поэтому сегодня будем на него делать обзор. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на новых NPC Security Breach. Погнали. Так, сначала мы им выключим искусственный интеллект. Или они просто будут ходить, но не будут нас дамажить. А в конце они будут все одновременно нас дамажить, поэтому досмотрите ролик до конца. В конце будет мясо жесткое. Так, Blob Skeleton. Пацаны, ну как вам вообще эти аниматроники? Лучше, чем те или нет? В принципе, пока что третий сильно не видит. Ну да, мне кажется, даже в какой-то степени может... Ну, посмотрим, это только первый аниматроник. Это начало. Оригинальный получше, мне кажется, будет. Да, уже здоровяком стоишь? Мы их не будем пока убирать, ставим следующего. Он пошел. Кстати, офигеть. Он наконец-то пошел. Долговато он, конечно, этот включается. Хорошо. У него батарейки старые. Бунтрап. Они между собой дерутся, что ли? Да ладно. Неожиданно, неожиданно, кстати. У нас сегодня что, еще и битва будет? Так это может будет рубрика «Какой аниматроник самый сильный?» Может такое быть? А за что? Так, DJ Music Man пока пропустим, потому что он очень большой. Ну нет, давай его все-таки поставим. Он Дима тоже полноценный аниматроник. Спринтрап этот более реалистичный внутри. Да, этот прям вообще жирный. И звук, да, у них классный? Да, не зря они столько весят. У нас следующий Glamrock Bonnie. Блин, классные вообще аниматроники. Ребята, напишите в конце ролика, какой аниматроник вам показался самым крутым. А я тоже вам скажу, если не забуду. Какой мне больше всех понравился. А ну, прикольно. От прошлого он отличается. Вот у прошлого были на руках шипы, а на этом нет. Да, кстати, ты правду говоришь. О! А что, ты его ударил, он так среагировал? Убежал, испугался. Вот дурачок. Ну ладно, пусть побежал. Опа, драка. Нет. Они он сканируют, они общаются между собой. Странно, у них общение, да? Хорошо, давайте следующий. Glamrock Chica. Так, чуть пошла, будет. пошла. А это, она как-то, кстати, блестит в отличие. Она реагирует на удары. А остальные также реагируют? Давайте будем проверять. Так, Glamrock Chica у желтая есть у нас. Так, ну она ничем не отличается. Glamrock Chica Shed. Там что-то не видно в конце. И все бегают подломанная. Ну что, не будут драться, не? Блин. Побежала. Кстати, как мне, то эти NPC немножечко оптимизированные. Да. Они вообще не лагают, все идет четко очень. Glamrock Freddy. Опа, кто кого? Он спринтрапу загасил. Да ладно, Фредди. Ты же добрый. Получается, Грегори убил бы с одного удара, да? Ого, они бегают быстро. Такое ощущение, что они прям немножко умные, что ли. Димас, а эти, кстати, можно подымать после смерти. Кого делать? Их можно подымать, когда они умирают. Офигеть, как получается, рэгдолами становятся? Да. Так, это у нас Glamrock Freddy классический. Хорошо. Вот такой Glamrock. У него глаза светит. Офигеть. Представьте, в конце ролика я всем включу, они будут нас атаковать. Так, Little Music Man. А ну что, подерутся, не? Не, он просто стоит. Здорово. Просто маленький чилипиздрик. Хорошо, дальше. Куда вошли? Монти Гомер Гатор. Обычный самый. Классический. Ну что, кто кого? Не, побежал. Кого же он ударит? Кого? Я даже таки не понял, он так просто побежал, да, лихо? Он побежал, и что, никого не ударил? Ребята, это прикольно, что они так реагируют. Так, Монтогомер Гетор. О, что он такой, смотрите,
розовый фиолетовый. Или какой-то фиолетовый, да. На, по башке. Он прыгнул. Вы да. видели, да? Вот. Ого, он да ладно. Он прыгнул, офигеть. Я не ожидал, что они так могут. Так, ребятушки, давайте мы сделаем кое-что. А я не могу его, да, взять под контроль. Во. Так у них полноценное меню. Сейчас. Воу, офигеть. Смотрите, как я могу, смотрите. Так, отойдите. Я сейчас запрыгну на стену, смотрите. Разгон, прыжок. Ой, какой кнопкой прыгать? А я не могу выселиться с него, представляете? Так, а как же взять, как же убить? Офигеть, смотрите. Он поломался. Ой, бедный Монти. Блин, это пока мне самый лучший пак, что я видел. Хорошо. Монтгомери Гатор. Вот такой вот поломанный. Уже сломанный заранее. Мундроп. Опа. Пошел, пошел, механический. Рокси Вольф. Че, они между собой не будут драться, не? Роксана, значит. Ну да, получается Роксана. Эй, осторожно, я испугался. А кто-то нападет? Так, ну они мир пока между... Тоже прыгает, тоже прыгает. Рокси Вольф. У, смотрите, какая есть. Тут еще куча всего у него можно, увеличить можно. Назначить медика, назначить патрульным. Назначить телохранителя можно. Ого. Назначить противником. Разворовать в ошметки. Так, подожди, а как их... А давайте, стойте, вот это вот. Вот, смотрите, вот стоит скелетон. Смотрите, разорвать в ошметки. Ой, просто умирает. Офинтеть. Они скопляются вокруг него. Рокси Вольф. И такая вот у нас есть поломанная. Ого. Хорошо. Став. Когда поставил на него разорвать клочья, все аниматроники возле него скопились. Офигеть. Так, что он с пистолетом ездит? Ничего, не будет никого мочить? Просто ездит, хорошо. Он уехал. Получается, от них даже не скрыться, они смогут запрыгивать на крыше. Да. Вот став-бот. Кстати, прикольно, метет прям, анимация есть. Все круто сделано. Так, он никак не реагирует. Став-мэп-бот. Карточку дай. Да-да-да. Поехал. Мне какое-то свое настроение, они по приколу катаются. Найт Марио. Будет защищать тебя. Ого, смотрите, как прикольно, на маринетку похоже очень. Он кошмарное, лицо кошмарное. Да, он опять туда же, да, поехал на их нем. Может, они там тусуются где-то? Они, да, они там у них... Security bot. О, вот это мне нравится. Это охранник. Да, охранник прикольный. Хорошо. Вот такой вот и у нас есть security бот. Это что, старый он совсем? Сигнализация. А тут ползает все. Бля. Так, да, какой-то вонючка. Так, сундроп. Вот такой вот на солнышко есть. Она какой-то... Она более красивая, чем прошлый. Побежал. Хорошо. The Bloop. Воу. Че, он между собой. Он убивает их что ли всех? А он уже чипнул. Ладно, ладно, а то он сейчас поубивает еще всех. А, Ванесса! Это ведь твоя сестра. Да, это же игра, ребята, за Ванесса. Вот такой вот у меня скин. Добрый день, Ванесса. Ого, что там за сальтухи они делают? И Ванни. А, кстати, еще есть у нас один пак. Наверное, мы его покажем уже в следующем ролике. Или давайте в этом все-таки мы покажем его. У нас вот такой вот есть, который мы обещали. Очень странные здесь аниматроники. Пацаны, вы готовы до трэша? Да. Смотрите. Ого. Стой, я передумал. Он очень трэшовый. Как вам такие трэши? Димас, ты его удалил или его удалил? Да, я удалил его. Вот такой вот у нас есть аниматроник. Я вчера проверял этого. Дейкерейна называется. О, дерутся с ним, смотрите. Ванесса пришла.
за жопу трогает руками. Зачем ты это делаешь, Ванесса? Смотрите, все окружили этого аниматроника. Хорошо, давайте еще поставим FNAF 1 Фредди. О, смотри, прям вообще жир. Они сейчас тут все соберутся. FNAF 3 Спринтрап. Ой, пошел, пошел, пошел. У меня вылетело. Так, пока у нас ничего. Да? Гламрок Бонни. Ну да, уже ж оперативки-то надо много. Но у меня пока все идет отлично, потому что, ребята, новая видеокарта. А когда новая видеокарта, все идет на ура. Не знаю, как картинка захватывается. Но должна быть все очень эпичное в 60 кадров идти. Теперь Карисмот у меня, ребята, вышел на новый уровень, и мы сможем записывать более крутые ролики. Димас, у нас этот Монти поломанный, он когда атакует, он переворачивает. Гламрок Фокси. Вот такой вот у нас есть. Красавчик. Пират. Да-да-да, пират. Глич Трап. С Ванни путаю постоянно. И Шаттеред Фокси. Они летят вверху. Он прыгнул так прямо. Отлично, давайте вот этого все-таки удалим. Ну что, ребятушки, битва началась. Я не жесткий очень. Да-да-да-да-да, я вижу, Фредди за мной прям, он же добрый должен быть. Хочет меня убить? Какой именно Фредди? Так-так-так, я бегу. Ой-ой-ой. Интересно, он упадет? Нет, можно его запутать? А, Димас, это сломанный Фредди, у него фиолетовые глаза. О, смотри, запрыгнул. Не хочет падать, прям хорошо карту знает, представляете? Ай-яй-яй-яй-яй, все-таки схватило мне, ребята, схватило. Димас, Фредди тоже прыгает. Они все прыгают, может? Ну, да, Рокси, Бонни и Монти точно прыгают. Ну что, давайте, может, постреляем по ним с Serious M2 оружкой. Как вам такое? Давай. Просто она точно не вылетит, потому что я знаю, что когда мы делаем ваханоль, она вылетает. Слышь, ты, робот, отвали от меня. О, господи, она меня напрыгивает. О, их можно раздавливать прям шарами. Они прям разлетаются, ребята. Serious M2 шары. Ого, я убил их. Они шарами убиваются. Ого. Отлично, ребята. Ох ты, какие они сальтухи крутят. Прям прикольно. Что это за бомбеж, блин? А мне нравится. А что, не нравится? Прикольно же. Ну да, прикольно. Это я тебя убью. А, не убились. Хорошо, хорошо. Миниган. Ого! Смотрите, как он полетел. Бум, там за карту аж вылетел. Так, вовремя я сбежал. Миниганом убиваются, кстати. У них жизни не так уж и много. Да, отлично, они убиваются. Офигенные аниматроники. Ребята, больше знаете, какой всех мне понравился? Буф Хелпи. Вот этот больше всех мне понравился. Ой. Офигенный, смотрите, что он делает. Самый офигенный. Бум. Дим, классные воды. Вау, прям ставлю лайк. Меня вылетел Карисмот. Конечно. Так, скидываю бомбу. Все, концовочка, концовочка. Только никто не взрывайте, давайте я сам. Я хочу, чтобы было, а то обычно сильно много, я хочу чуть-чуть. Так, 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 во. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Салюты!